Привет. Будапешт стоит пробка. Час пик, дневное время, в рабочее время жестко забит весь транспортный поток. И в прямом, и в обратном направлении город, это не город, это не знаю, М0, полностью забита машинами. Вроде бы проблем нету, но нет аварий, ничего, но жесткая пробка, мне кажется. Невероятно. Какая не авария, это нормальная остановка. Сейчас туда, назад. Комментариев нет. Мой попутчик делает нормальное. Нормальное, ненормальное состояние. Запешно, пробка. Представляешь, что творится сейчас в городе? В городе-то вообще проехать невозможно.